Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Битва чемпионов» от Marvel. Так, ну что ж, ребята, по-моему, пора нам поиграть во что-нибудь, но вначале мы заберем кристаллы, а точнее даже посмотрим, чего у меня там накопилось, мне самому даже интересно. Так, воу, 6 зеленых, открыть кристаллы. Так, это у нас Лечка. Лечка второго уровня, ну, естественно, ребята, ИЗа 8 и энергия. Так, вернуться к кристаллам. 48 кристаллов у меня. Оу, престижный кристалл героя. Ну, давай посмотрим, что нам... Даже 2. Ну-ка, открываем и... Ну, ладно тебе, ну что ты, ну черный гром, ё-моё, повторяющийся чемпион, и у нас железный человек, блин. Ладно, оставляем их. Оставляем, пускай будут. Да подожди, я не собираюсь. А, преобразовали мы, да? Хорошо, вернуться к кристаллам. Так, осколки у нас еще. Так, а что я здесь могу взять? Ах, могу престижный кристалл. Ну давайте откроем, ребята, глянем, что нам здесь выпадет. Вау! Да ладно, Дэдпул! Ё-моё, ребята, я так хотел себе этого персонажа. И посмотрите, мне фартануло. Но этот какой-то X-Force. Рейтинг героя 169. Так, подожди, но это же нестандартный, да, какой-то? Это X-Force, не знаю, что такое. Специальные приемы, удар в пах с разворота. И что еще там? Атака вращающимся клинком. Ладно, ребята, я его попробую раскачать. Посмотрим, что это за такой перец Дэдпул X-Force. Ладно, кристаллы где? Так, еще осколки? Мне на что-то еще хватит, что ли? Да, ребят, смотрите-ка. Я могу еще открыть, получить сейчас шанс получить героя с 4 звездами. Хоу! Глупо отказываться от такого шанса, согласитесь. Но если, конечно, мне повезет, ребята. Пока только 2 звездочных мне почему-то выпадает. Ну, кто тут у нас? Ну, дайте мне, пожалуйста, ну... Эх, была не была! Ну, дайте... Нет, только не 2 звездочных! Не-не-не-не-не-не-не-не! Ну, почему? Ну, как так? Ну, ё-моё! Ну, я не знаю, ребят, ну... Ну, это просто специально уже сделали, а? Ну, специально, просто-напросто. Блин, это он у меня уже, по-моему, 3-й или 4-й раз выпадает. Вроде бы как здесь, особые, а что такое особые? А в особых у меня ничего нету, а, подожди-ка. У тебя есть неоткрытый кристалл. Ну, давай глянем, что это у нас за такой особый кристалл. Что мы там из него получим? Ах, вот оно что. Ну, давай. Давай, что-нибудь путевое, ну... Отличная, давай, хорош. Да ну не надо мне на опыт, ну какого лешего, ну почему вы так меня засираете-то? 40% к опыту. Отлично просто, ну вот ничего другого нельзя было дать, как вот только к опыту. Ах, слов моих нету. Ладно, ребят, тут еще. Так, 3 кристалла. Давайте открывать, я уже не помню, что здесь у нас, ну сразу все. Сделаем. Что, что там? Какое предложение? Нет, не надо мне никаких предложений. Не забудьте, это... Да я понял, что... Так, ребят, смотрите, 2-звездочный Джиггернаут мне достается, Пантера 2-звездочный и Вижн тоже 2-звездочный. Блин, так, ладно, что, какие 32... А, ну это у нас эти обычные кристаллы. Да ладно, 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 ну все, хорош, я понял, давай открывать, тут у нас обычно что? Да, ИЗа 8, я что, по одному, что ли, нажал? Мне надо было их все открыть сразу с копом. Я не собираюсь по одному кристаллу тут открывать. Что? Да я понял, ИЗа 8, да. Первой категории, норму. Так, подожди, вот так мы сделаем, ну. Открыть. А почему 10-то? Почему я все не могу сразу открыть? Продолжить. Еще 10 открываем. Ну, видите, на ИЗа 8 мы с вами богаты просто-напросто. Ну, энергию даже дали. И последний кристаллик. Так, вернуться к кристаллам. Еще каких-то 9 кристаллов у меня. Да, смотрите, ребята. Бесплатный кристалл, который дается каждые 4 часа. Ну, это понятно. И у тебя есть неоткрытый кристалл. 3 штуки. А, это ареновский, да, я так понимаю? Ну и что нам здесь? Давайте посмотрим. Молодцы, спасибо. Всего лишь 11 тысяч золота. Спасибо большое. Так, здесь-то у нас что? 6 кристаллов, ну-ка давай смотреть. Ну-ну-ну-ну-ну. Ё-моё, дубликатов-то сколько. Ну, а вот эта вот штука полезна, ребята. Катализатор первой категории.
преобразовать. Что, всех, что ли? Да, это, по-моему, у меня дубликаты. Вау. Вау. Так. Ну-ка. Нормуль. Пойдет. Сколько у меня еще, ребят? Все, по-моему, кристаллов больше нету, я так понимаю, да? Все открыл. Да, конечно, с героями киданули меня. Я ничего не могу сказать. Но, по-моему, я могу еще вот здесь вот мастерство преобразовать. Преобразовать. Улучшить. Так, атака, польза. Так, у нас здесь на опыт идет. Это, по-моему, на оглушение. Здесь нужны у нас, да, вот эти штуки. Они, я так понимаю, только продаются. Больше их нигде не взять. А может быть, я ошибаюсь. Так, на опыт. Опыт нафиг мне не нужен, ребята, опыт. Атака, вот атака, да. Сколько здесь у нас идет? Усиливается на 9. На 9. На 1,6%. Вот защиту. Так, повышает сопротивление энергетическому урону у всех чемпионов на 40. На 40, ребята. А здесь на 40 умелый блок. Блок — это хорошо. Давайте сделаем блок. Потому что частенько что-то они пробивают. Сколько у меня? Еще есть очки? Я что-то не вижу. Я не вижу, ребят. А, нет, очков больше нету. Все, ноль. Ноль очков, все, потратил. Так, что тут у нас? Чемпионов мне хотят показать моих, да? Слабеньких, двухзвездочных. Ну ладно, показывайте, так уж и быть. Так. Кто у нас ноги? А, вот, Дэдпул. Дэдпул, ребята. Информация. Так. Корона способность тычок в диафрагму. Закрыт пока еще, это понятное дело. Так, биография, биография. Уэйд Уинстон Уилсон, также известный как Дэдпул, вступил в команду Сила X, секретное спецподразделение, призванное защитить Мута. Стоп, кажется, мы это уже где-то видели. Ну да, только с участием моего жалкого подобия. А я крут, этот тип в красном костюмчике просто подражает Человеку-пауку. А я кое-что умею. Даже здесь он себе, смотрите, ребят, прикольный чувак. Это, видимо, Дэдпул, который вступил в Люди Икс. Видите, у него даже значок. Блин, круто, мне нравится. Так, ну что, я могу его улучшить хоть как-нибудь? Ну давай, давай, не томи. Повышение уровней. Повышение уровней обязательно сразу сделаем. Тунц. Так, отлично. Эх, катализатора у меня, к сожалению, нету, ребята. Блин. Нету катализатора, и все, хоть и тресни. Где же мне его взять-то? Вот именно вот это. У меня есть синий, у меня есть красный. А вот такого вот серого нету. Хорошо, ладно. Кто у нас и еще есть? Кто у нас еще есть? Кого мы можем с вами... Ах, да, ребята, у меня еще человек-муравей есть. Ну, давай сделаем улучшение. Повысим уровень. Прикольный чувак. Кстати, да, у нас что-то в последнее время во всех играх. Кстати, по-моему, это, как он там называется, Star Force вроде бы, да? Там тоже у нас сейчас ивент идет. Ну ничего, ребята, я позже серию сниму. Посмотрите, там у нас Стражи Галактики как раз будут выступать. Ну, выступать, в плане того, что они туда внедрены. Это Грут, Ракета, Гамора. В общем, дойдет и до этого, все это, ребят, мы с вами посмотрим. Так, ну что, я так понимаю, все, я не могу максимального ранга. Как это максимального ранга он у меня? Нет, вы что-то, по-моему, преувеличиваете. Он не мог достигнуть у меня максимального ранга, потому что у меня просто-напросто не хватает камней. Да, забираем все камни, эти из-за 8. И продолжаем, естественно, дальше качать максимального ранга, ага. Кого вы хотели обмануть-то? Повышение уровня 6 из 30. Это жесть какая-то. Давай дальше забирать. Получаем все. Но. Повышение уровня. 7 из 30. Жесть какая-то, блин. Так, а если мы вот так вот сделаем? Предположим. Да. А стоит ли вообще мне, например, на него тратить вот эти кристаллы? Мне почему-то кажется, что не стоит. В общем, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, стоит тратить или... О, востребовать, конечно, востребуем. Так, битва космоса, забираем. Тут тоже забираем. Битва науки, да, естественно, тоже будем забирать. И это тоже забираем. Как-то так. Вы мне напишите, стоит вот эти вот
тратить, например, на человека-муравья или нет? Или это лучше вот для кого они и предназначены? Здесь, я так понимаю, нужны мне вот именно вот эту эмблемчик. Как она там называется-то уже? Я не помню. Короче, атрибуты. Так, погоди-ка. Секунду. Нет, не будем ничего мы делать. Ну что, куда бы нам с вами рвануть-то, а? Халк-бластер. Куда бы нам рвануть, ребята, а? Вижн, вот эти вот ребята однозвездочные, что мне с ними сделать? Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, что вообще с ними можно делать. Вот эту вот Гамору как-то объединить. Кстати, вот, смотрите, Гамора, да, вот этот значок у нее есть. Поэтому я думаю, что, наверное, она же у меня есть, да, трехзвездочная. Я ее могу, наверное, улучшить. Или не могу? Так, у меня все хватает, но повышение ранга... Да, неужели? Так, она... Ну, я не понял, ну... Так, давай тогда вот так сделаем. Погоди, это я наоборот убираю. Повышаем. Так, уровень повысили. Ну и все, я так понимаю, да? Слушайте, а ранг это на чем сказывается? Ранг. Я так понимаю, вот это вот, да? Второй ранг из четырех. Потом она уже получает звезду. Должно быть, по идее, так. Если я, конечно, правильно это все понимаю. Очень будет узнать ваше мнение. А стопудово ребята тут смотрят, которые такие асы. Ух, что я просто откуриваю в стороночки, в тихомолочку. Ладно, ребят, давайте-ка мы с вами куда-нибудь сходим. Уже пора, по-моему, наверное, нам повоевать малька, я так думаю. Оу, сейчас уж чемпионы. Да ты что ты, ух ты. Так, это же у нас гоблин вроде бы, да? Гоблин, в бой. Так, обзор заданий. Где же я остановился-то, а? В виде награды здесь я, по-моему, уже все прошел. Так, мистическая нестабильность. Это ежедневное задание. И нам дают потенциальные награды. Вот такие вот. Погоди, не надо спешить вперед, батьки, ё-моё. Давай, просмотр наград глянем. Так, катализатор, да, мистики. Для повышения ранга чемпиона на максимальном уровне. Ну, давайте, короче, попробуем, ребят. Фиг с ним, была не была. Ой, легкое нажал. Ладно, надо было, конечно, немножко посложнее. Ну и на легком поиграем. Поехали. Так, что тут у нас? О, хпшечку заработали, отлично. Так, куда нам пойти? По какому пути? Блин, там трехзвездочные, это жесть. Это будет жестко. Меня это распинает. Давайте вот сюда вот. Полегонькому. И у нас Джаггернаут, да, значит? Хорошо, мы поставим против тебя. Давай, Кейбла. Кстати, надо было мне поменять немножко ребят. Дэдпула надо было взять. Да, пускай у него две звезды. Но, тем не менее, мы могли бы посмотреть, как он. И муравья, кстати, человечку можно было тоже взять. Я ими не играл, я не знаю, что они. Эй! Эй, Джаггернаут, успокойся! Я не понял, да. Чё за бред? Иди сюда, хламон. Сейчас будешь от меня. Ага! Промазал! Вау! Тихо, не буянь, родной, все будет хорошо. 5 ударов просто великолепно. Я сейчас тебя немножко. Вот так вот. И все, теперь ты мой. Просто расслабься и получай люли. Нет, ты посмотри, он выеживается еще мне здесь, а? Он просто выеживается. Так, все, я сейчас ему, ребят, я ему пригрею сейчас. Да давай, срабатывает уже, блин. Бум. Все, Джаггернаут, ты, конечно, меня прости, но... Пора с тобой прощаться. Или не пора? Крепкий малый оказался. Ребята, у него тоже сейчас... Нет, не успел он активировать, но у него было 3 красненьких на суперудар. Прописал бы, мало бы мне не показалось. Хорошо, в общем, все отлично. Мы с вами продвигаемся дальше. Тут у нас сундучок с одной звездой. Ну, фигня, конечно. И алая ведьмочка, которая ждет меня. Так, против алой ведьмы мы поставим с вами... Так, у этих понижена какая-то... Да давайте опять же Кейбла, да? Стоит? Да я думаю, стоит, ребят. Стоит, он выдержит, он парень крепкий у меня. Проверенный в боях. Бывалый, так скажем, боец. Так что, я думаю, мы его порвем. Так, погнали. Ну? Здорово, мартышка! Вот так, хорошо? Хорошо тебе было? Тебе понравилось? Я думаю, тебе понравилось. А я продолжаю ее лупить. Слушайте, ну здорово, это что-то у нее как-то паршивенько отнимается-то, а?
Хорошо, отлично, все, нормуль, получилось, ребята? Да-да-да, блин, пробило все-таки. Ну все, тебе кранты. Получила? Обрадовалась? У-ху-ху-ху. Зря это было, зря сделано. Она, наверное, сама это прекрасно понимает. Что такое? Что такое, красавица моя? Ты теряешь здоровье, а? Ой, бедненькая ты моя. Полежи маленько, отдохни, восстанови силенки-то. Хорошо, ребят. Пока у нас все нормально получается, мы с вами двигаемся дальше. Мы, наверное, кружочек-то с вами пройдем. Так, это кто у нас? Это кто у нас? Я что-то не припомню этих бойцов. Так, давайте возьмем и за 8 соберем. Трикс. И... Блин, что-то до боли знакомо, но не могу понять, кто. Гильотина? Она же вроде как-то по-другому у нас выглядела. Ну, смотрите-ка, она поменяла себе костюмчик. Да почему у меня девчонки-то все с пониженным статусом идут? Я не понимаю этого. Ладно, все, хорошо, блин. Зверь, твой выход. Не посрами меня. Давай, соберись, парень. Я верю в тебя. Синюха ты моя, блин. Все, погнали. Гильотина, значит. Гильотина это якобы, ребята, по идее должна быть смерть. Ух ты, блин, смотри. Мразота, что делает, а? Не, ребят, ну это уже ни в какие ворота не входит. Так, ладно. Поехали. На. Да ладно, выеживаться-то. Что-то выеживайся-то в самом деле-то. Получила? Во-во-во-во, комбинацию прописала. Ладно, ладно. Прощать не будем, как говорится. Накажем по полной программе. Ладно, здесь мы тоже победили. Опа, дают, блин, маловато опыта. Может быть, нам активировать эту штучку-дрючку, которую мы с вами заработали. 40% к опыту. Воу, да это ж кто у нас, а? Неужели сам Доктор Стрэндж? Да, и собственной персоной. Так, хорошо. Придется наказать его. Как бы я хорошо к нему не относился, все-таки это ж друг детства. Но придется наказать. Придется наказать, потому что он восстал против меня. И да и вообще, он с другого измерения, поэтому никакого отношения к нашей дружбе он не имеет. Все, ребят. Ну, Стрэнджик, ты че, родной? А, ну да-да-да, конечно, ты же у нас там супер-пупер... волшебник, мистик. Воу, блин, я так и думал, что попадусь в эту ловушку. Но все равно ему не устоять, ребят, потому что, как видите, здоровье у него, блин, тратится очень и очень быстро. Это тебе, блин, не Дэдпул, который... Оу, а все-таки он тоже может потихоньку, но восстанавливал себе жизни. Но это его, опять же, ребят, не спасло. Так, все, победа, по-моему, мы с вами прошли. По короткому пути, конечно, можно сделать еще круг. Тогда мы получим усиленную награду. Так, а что мы здесь зарабатываем с вами? И все, что ли? Нет, вот, катализатор уже есть, хорошо. Как раз и мистики, катализатор это вот для Стрэнджа. По-моему, мистиков-то у меня и нету. Хотя можно глянуть. Что? Что такое? 50 за 50? А у меня есть только? Покупка подтверждена. Ага, тут уже за тыщенку. Не хотите приобрести? Нет, спасибо, не хочу. Да закрывай, закрывай. Я понял, что это ограниченное приложение, но оно мне не нужно. Хорош уже. Так, 5 штучек чего-то у нас тут. Ага. В твоем инвентаре, как всегда, очень много всего, да? Кстати, ребята, вот что я хотел спросить. Смотрите. Куда вот эти вот контейнера Пимы тратить? Главное, в магазине Пима, но я магазина так и не увидел. Где он вообще тут находится? Слушайте, смотрите, я могу потенциально поднять ранг или уровень. Смотрите, здесь стоит стрелочка вверх. Здесь, здесь и здесь. Да? Ну-ка посмотрим улучшение, мисс Марвел. Чтобы повысить, я понял. Блин, вот вся загвоздка вот в этом вот базовом катализаторе. Черт бы его побрал, а, этот катализатор. Где же мне тебя взять-то? Так, ну что, давайте, может быть, все-таки возьмем к себе в команду Дэдпула и Человека-муравья. Да, не слабенький, но можно попробовать и на легких этапчиках, да, поиграть, поюзать. Что здесь такое? Что такое? А, это все свои бонусы тут мне дают. Ограниченные предложения. Нет, не хочу. Доступно кристаллы. Какие? А, ну это в кристаллах ты доступна, да? Получить сейчас. Эх, блин, смотрите. Главный приз. Шанс дропа. Ё-моё, офигеть. Блин, Бишоп. Ё-каламане. А это у нас кто? Я уже забыл.
Забыл, не помнишь. Очень хорошо. Кристалл арены. Кристалл арены за 2000. Эх, чуть-чуть мне, ребятушки, там не хватает, чтобы купить кристалл. Кристалл союза, что? У меня вообще таких нету. Хе-хе-хе. Главный приз, шанс дропа, да? Фигня какая-то, ребят. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы еще. О, тихо-тихо-тихо, подожди, верните мне эту. Блин. Найди себе ровню, найди себе то все 5-10. Так, обзор заданий. Микромир. Это я понял, что это микромир. Арена испытаний. Так, испытание Эвэджелин. Опа. Мини-матчап. Это что за такое? Я что-то не понял, ребят. Ну-ка, откроем и глянем. Это у нас... Так, награды. Давай мне награды, посмотрим. За прохождение. Чтобы получить фрагменты катализатора. Фрагменты классового катализатора 4-й категории. Это шанс дропа 100%? Хо-хоу! Так, ну это за полное, я так понимаю, прохождение дадут. А это за частичное. Так, ну ладно, давай хотя бы глянем. Давай глянем. Какие там уровни-то, интересно мне знать. Ну, нет, нет. Менять этих ребят я не буду, потому что мы все-таки идем на серьезное с вами дело. Что? Че? Ну ладно, давай, предположим. Полетели. Сюда нас? Оу, щет. Так, две звезды. Блин, да вы издеваетесь, а? Ну на самом деле-то, ё-моё. Я вот должен вот эти все порталы, блин, запомнить, где я был, где я не был. Ну да, конечно, ага. Ха-ха-ха-ха, нашли дурачка, блин. Пойдем, ребят, по самому короткому пути. Блин, да, пока допетрило. Ладно, приступаем, ребят, разбирать. Кейбл, что ли, как всегда у нас будет? Не, давайте вот так вот сделаем. Да, я хочу поиграть Гаморой. Давай, Гамора, не посрами. Ну давай, давай уже, прогружайся. Блин, а так... Слушайте, а там-то что за девочка-шмель летит, блин? Ну? У-ху-ху, сокол! Соколок ты наш! Нет, все-таки ударил. Я уже думал, сейчас сухую его распишем здесь. Но он, видимо, не захотел... На сухарик это получать. В любом случае, он погиб. Нас не интересует это золото. Нас не интересует опыт. Нас интересует только лишь одно. Как можно быстрее пройти. Так, сокол свое получил. Теперь у нас, ребята, хавк, да? Да? Ой, я что, взял этого? Ну ладно, быстренько, как говорится, его зашкваркаем. Соколиный ты глаз. Ну, что, соколик? А? Промахнулся? А, вот уж. Быстренько мы его наказали. Вообще моментально. У нас, ребят, загрузка идет больше, чем я дерусь. Кто тут у нас? Спайдерменчик, родной ты мой. Так, потом у нас Наталья вроде бы там будет, если я... Ой, я опять, ё-моё, ну что ж такое-то? Я хотел... Да, надо было все-таки взять сюда с собой Дэдпула. Да, и муравьишку тоже бы не помешал, я думаю, он бы. Давай. Что? Блин, паучок, ты достал. Самый нервирующий меня персонаж. Да, все, мы почитали. Зверь, я тебя прекрасно понял. Мы двигаемся дальше. Нам надо по-быстренькому это дело пройти. Так, это Наталья или нет? Я путаю или не путаю? Давай-ка возьмем с тобой... давай Марвел возьмем. Нет, это черная вдова. Ну, в принципе, это и есть. Наталья, она же вроде бы как черная вдова и получается. Или я опять что-то путаю. В любом случае, сейчас получит свое. На, на. Ух! Вдовушка, ну-ка, успокойся. Ах, ломонка несчастная. Эть! Да, конечно, ага. Захотела она там. Но, пропишем. Прописали. Замечательно.
На изи. Проходим на изи, ё-моё. Да-да-да-да-да. Не смотри так на меня. Я в тебя верил. Ну что ж, тут походу осталось-то... Да, осталось-то совсем ничего. Так, это у нас Капитан Америка уже старый, да, по-моему, если не ошибаюсь. Уже старенький. Никудышный, но еще в боевой форме, ребят, в боевой. Еще в какой? Где у него там латные наручи-то? А? Вон они там. Есть? Есть. Да что такое-то, ё-моё. Капитан Америка, война бесконечности. Так иди ты в трещину-то, а? Что такое, что, а? Так и будем стоять, а? Ну-ка давай, оп, блин. Я только хотел ему, ребят, прописать. Только вот собирался отпустить кнопочку, и он подлетел на прихватке, ё-моё. Все. Блин, ну вот почему так долго? Вот нельзя вот без этого вот напрямую. Как бы зарядили бы сразу боев 50 к ряду. И одурели бы. Так, обзор к следующему порталу, да, значит? Это вот сюда. Что ты мне пишешь, блин? Портал не готов. Это все вранье, что портал не готов. Я знаю, что он готов. Давай, телепортируемся. Подожди-ка, я не понял, это что у нас? Это случайно не повтор? Так, это, по-моему... Да, давай закончим задание нафиг. Это был, ребят, повтор, я не туда нажал. Ё-моё. Ладно, короче, мы вкратце так посмотрели. Полюбовались. Я даже ни одного процента не сделал. А как это так? Почему? Ха. Интересно, хорошо, давай мы вот сюда, отсюда тогда полетим. Куда нам лететь-то? Ну давай в пункт Б. То же самое. А в пункт А? Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Оно, ребята, повторяется. Просто, по-моему, пункт Б это идет как бы сложнее, да? Ну, персонажи-то идут одинаковые. Абсолютно. Причем везде, с любого телепорта идут одни и те же персонажи. А в чем тогда прикол? В чем подвох-то, я что-то не могу понять. Пхе. Ну, давай, полетели. Сиганули. И опять с ними драться? Так, ладно, ребята. Наверное, сделаем небольшую паузу. Я пока тут разберусь. Ну, а потом продолжим. Ну что, ребята, вот на 23% исследовано. Мы получили вот это и осколки. Надо было все правильно я делал. Просто не на А портал нажимать, а на Б. Там у нас стоял человек-муравей. Мы его, естественно, завалили. И вот мы получили с вами награду. Так, вернуться к заданиям. Давайте посмотрим, что у нас там за следующие задания есть. Хорошие или плохие. Так, призыватель уровня 12-го. Так, арена испытаний. Я не знаю, честно говоря, куда бы нам еще рвануть. Так, 23. А что у нас вот здесь? Давайте посмотрим, что здесь будут награды. Так, давайте-ка глянем. Подожди, мне вот это не нужно. Что ты мне показываете-то? Я говорю, награды. Ё-моё, специально что ли издеваетесь надо мной? Так, просмотр наград. Б-б-б-б-б. Ну, то же самое практически, ребят. Ну, дают осколки. Такие, любые, какие хочешь. Ну, ладно. Хотя, подождите секундочку, ребят. Я хочу кое-что глянуть. Здесь всего 4 задания, да? Да, есть смысл, наверное, в них поиграть. Пройти их все. Давайте. Начнем задание. Так, и посмотрим. Угу, то же самое, только, наверное, здесь уже их будет в разы больше. А так, ребята, те же самые враги. Те же самые, абсолютно. Оу. Так, ну что, давай, например, в Б. Так, тут 3 звезды у нас. На Б тоже 3 звезды, а на Д...
Ёлки-палки, везде на 3. Ну давай в А. Полетели. Летим сюда. Ищу хороший и активный союз. В общем, то же самое будет, только... Я же сказал, лететь сюда. Чё ты не летишь-то? Эй. В чём проблема-то? Я не могу понять. А. Вот так вот. Теперь вот сюда. Телепорт. Ну, будет жестко, ребята. Герои с тремя звездами. Это вам уже не шуточки. Далеко не шуточки. Так, может быть, автобой включить? Не, ребят, автобой на самом деле здесь очень... Очень жестко тупит. Ну давайте попробую я сам. Сейчас посмотрим, как у нас здесь это получится все дело. Ага. Так, автобой вырубим и погнали. Да ё-моё, что ты увиливаешь-то? Увиливает он, смотри. Хорошо, будем разбирать. Никуда он не денется. С подводной лодки. Так, сокол, ты успокойся. Блин, ну эти ребята уже тут, конечно. Ага. Черт, не успел увернуться я, ребят. Ладно, нахлобучиваем его дальше. Нахлобучиваем, я говорю, дальше. Ну, и чтобы удар зря не пролетел, добиваем. Хе-хе. Изи, ё-моё. Других слов нету. Блин, как тут медленно, ребята, идет опыт. Раскачка просто некудышная. Так, ну что, в принципе, здесь получается то же самое. Не знаю, стоит ли, ребята, это снимать или не стоит. Может быть, нафиг это все вырезать и показать уже ту же концовку? Нет, мы, наверное, с вами дойдем до муравья, а там уже я паузу отожму, и мы посмотрим, что у нас там получится. Сейчас я вот только глазик этот соколиный порву. Ну, что ты выежишься? Эй, соколок, давай угомонись, роднуля. Ну... Ах ты, блин, ты посмотри, перехватил, гад. Ну все, ты меня разозлил, ты меня просто в бешенство вводишь, гад. Ну, отлично, попал я по нему. И, оу, как ты умудрился, саблезубый ты. Не буду ругаться. Не будем, ребята, будем держать себя в руках. Фу, фу. Чуть было плохие слова не полетели, ребят. Я весь в гневе, я весь горю. Да, в ярости, в бешенстве. Ладно, ребят, давайте на паузе, иначе я тут чикал. Ух ты, сколько здесь вас, а. Доживет ли у меня, извините меня, мой зверь до муравьишки? Это мы еще посмотрим с вами. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот мы и дошли до муравья. Вы посмотрите, сколько здоровья. Даже Гамора моя бедненькая погибла. Надо ее, естественно, воскрешать. Ох, жестко, конечно, здесь было, ребята. Очень жестко. У меня нету больше подхила. Вы представляете, вот все, что есть. И муравей. Конечно же, муравей трехзвездочный. Блин. Не знаю, я с теми-то ребятами еле справился. Но в любом случае, не зря же мы сюда шли. Будем пытаться его победить. Хоть как-то. Блин, я офигею, насколько он у меня мощнее. Блин, почти на 700. Да. Ладно, ребята, будем пытаться. Будем пытаться. Очень будет сейчас сложно, но... Блин, какой он суровый. Ё-моё, да ладно, я у него так мало здоровья отнимаю. О-о-о, вот это плохо, ребята. Вот эта вот комбинация у него... Просто меня сводит с ума. Сейчас он станет мелким, да, наверное? И побежит, и будет меня лупить. Блин, если тут зверюга, извините меня, не тянет. Я даже не знаю, кем. Тут и кейбл не потянет. Оу! Мне, наверное, придется, ребята, тут еще помимо этого свои все и реслки потратить. Блин, я проиграл. Я даже не успел. Я хотел суперудар активировать. Что ты? Как раздавил бы тебя. Мелюзга, ненавижу тебя. Я понял, что нокаут. Так, ребят, ну чё? У нас какой вариант? Ну, естественно, мы можем его воскресить с очень маленьким здоровьем. Ну, придется как-то вот так вот потихоньку-потихоньку колбасить. И я боюсь, что Марвел здесь тоже у меня, к сожалению, ничего не сделает. Ну, ладно, будем как-то... Да нифига у него 7000 хп против... Моей тысячи, он, наверное, меня сейчас просто с удара бань, и я упаду. Блин, я его должен победить, ребята. Я должен победить этого муравьишку. Вы что-нибудь видите, чтобы я отнимал? Я лично ничего не вижу.
Да успокойся ты, муравей. Оу-оу-оу. Боюсь, я боюсь. И я, наверное, ребят, не зря боюсь, потому что... Да, потому что он с удара сносит ее. Просто с удара. Да я понял, понял, что ты там стоишь. Типа не видно его, да? Он спрятался. Маленьким он стал. О-хо-хо-хо-хо. Что ж делать-то? Блин. Ну, придется, ребята, хоть как-то... Так, лечить. Лечить? А чем я буду лечить? У меня нечем, ребят, лечить, к сожалению. Поэтому придется без лечения идти. Ох, все лечки, все эти оживлялки, наверное, сейчас потрачу. О, 20% всего здоровья у меня. Ай, да что ты тупишь-то, ну? Да зверюга, да ё-моё, да ты даже удара не смог сделать. Да ну нафиг, какая-то... Да иди ты, я понял, что ты там стоишь. Слушай, ну это вообще жесть. Он просто удара не успел сделать, ни одного. Ни одного. Да не надо мне лечение. Блин, надо было сюда, ребят, идти с подхилом уже. Слушайте, а я могу где-нибудь здоровье взять, нет? Блин, мне вот этих вот штук не хватает, карточек этих, а? Мне просто их не хватает, элементарно. Ха, черт подери. А если мы отсюда уйдем, ребят, по-моему, у нас закончится с вами этот бой, и мне придется потом все заново идти проходить. Не, ну я просто не ожидал, что, конечно, такой мощный. У него всего-то 3 звезды, ну как так он? Как он такой мощный-то? Да ну нафиг, перехватывает, ребят, это нереал какой-то. Нет, это нереально. Будем отсюда нафиг выходить. Жесть, столько усилий, и все зря, ребят, все зря. Да. Придется выходить, да? Да, закончить задание, блин. Как будто у меня выбор есть. Он просто меня разберет. Туда надо идти, чтобы у тебя было очень достаточно большое количество отхила, чтобы восстанавливать себе здоровье. Другого пока варианта я не вижу. Ну что, ребята, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в новых сериях, ну и продолжим играть в разные интересные игры. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.